Всем привет, с вами, как всегда, Дезертир, и я надеюсь, вам снова понравится мой стрим. Ну что ж, давайте перейдем потихоньку к нему, я думаю, что он будет и таким же интересным, как и вчера. Сюда. Тоже здесь очень много чего говорили. Мама-кошка, что с вашей разведгруппой? Пока была связь, мы следили за ней через камеры наблюдения. Потом связь пропала, и все. Противник? Около 17.00 захватил главное здание. Численность не установлена, предположительно большая. Заложники? Неизвестно. Требования? Пока никаких. Седьмую цели. Вас понял, седьмой. Визуальный контакт? Установлен. Тишина. Эй, я жить хочу. Заткнись и действуй. По какой-то неопознанной причине Xsplit не захотел записывать звук, в общем. Поэтому... У нас двое убитых. Повторяю, площадка под обстрелом. Мама кошка, можете выслать помощь? Свободных бойцов нет. Сволочь. Дробаш. Вижу цель. Эй. Группа в укрытии. Мне нужна поддержка. Я буду оставлять. Нужен бронежилет, аптечка. В этот раз у меня как-то хуже получилось пройти. Вижу! Отряд, уходи! Ну, в целом, в большинстве случаев я все равно снимаю только... когда пару человек смотрят, так что я уже привык. Так, бежим, 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 бежим. Насчет Янковский по-прежнему ничего не известно. Заметим, что тела всех остальных бойцов его отряда найдены и опознаны. Пропала связь с отрядом на крыше. Можете подтвердить вторжение? Пока нет, привет. Так, пока вроде все примерно так же, как в прошлый раз, за исключением того, что мне пришлось изначально больше потратить аптечек. Так, чувак. А ну-ка, не смей против меня так выходить. А, неужто полные патроны к нему уже? Ну, правда. Готов. Так, сейчас я еще YouTube обновлю, посмотрю тоже, что там. И надеюсь, что там все нормально. Хотя не знаю, как у вас, а у меня почему-то показывается, что меня смотрят всего я сам. Так что... Противник!
конечно, как говорится, не так популярен со своими этими стримами, но мало ли. Брони на тебя угробил. Доложите обстановку. Сюда. Блин, в прошлый раз я от них избавился намного лучше. Здесь дробовик, здесь ничего, здесь тоже ничего. В принципе, более-менее. Что? Я только что принял сигнал Янковский. Он в этом районе. Ты даже не знаешь своего имени. Как здесь опять начинается какая-то странная фигня происходить. Опять сохранение контрольной точки. Упс. Всем укрытие! Так. Переключаемся на гранаты. Нормально, сейчас попробуем выпрыгнуть отсюда. Не получилось. Он успел обойти, но в целом перебили всех. Также собрали все оружие и прыгнули опять вниз. Оперативный сотрудник фирмы, проникшись в квартиру Армахема, сопровождавшись сотрудника, бойцы Дельты погибли при штурме. Вызов подкрепления невозможен. Попытка переговора с противником завершилась неудачей. Задача обеспечить координатору доступ к оперативной сети, затем проследовать к месту последнего контакта с пропавшей разведгруппой. Сеть Армахема не работает. Моя задача найти и перезагрузить центральный связь. Тогда я смогу войти в систему и выяснить, что происходит. Так, окей. Ну, в принципе, мы уже были здесь, поэтому узнаем, что здесь страшная дверь. Здесь не работающий проигрыватель или что это? Воу-воу-воу. Что это за толстяк? Вот теперь я его еще и увидел даже. Какого хрена он испугался и начал от нас бежать? Зараза. Закрыл дверь даже. Теперь туда даже не попаду. Круто, там еще и дверь закрылась. Так, ну здесь ничего интересного. Здесь тоже. Не стой у меня на пути. Не надо меня так пугать. Не стой у него на пути, видите ли. Так, здесь вроде ничего. Чувак, это не круто. Прошли туда, куда надо, но можно еще пройти вот туда вот. Нет? Нет. Все. Возвращаемся обратно. А, нет. Вот. Нашел компьютер. Идет загрузка данных.
Тут упоминается проект ИКАР. Это какая-то биоинженерная программа, начатая в 73-м. Что-то насчет влияния невесомости на организм. Потери мышечной массы, плотность костей, ну и так далее. Ага, окей. А, кстати, да, забыл. Одна из фишек, которых не было раньше ни в каких играх, это удар ногой в прыжке. То есть до вот этой игры этого не было нигде. Воу-воу-воу-воу. Что являлось само собой очень крутой фишкой на самом деле. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. В любом случае, я надеюсь, что вам нравится. И вы смотрите это дело с удовольствием. Так. Нам, видимо... Ага, сюда таки можно. Но зачем? Здесь вроде бы ничего нету. Можно отсюда выйти. Вообще, если стекла разрушаются, большинство объектов можно тоже разрушить. Воу-воу-воу! Что за... Что за... Тварь! Всю броню мне к чертям сломил. Что за... Пару ударов от этих уродов, и мне жопа. Писец. Три новых сообщения. Первое сообщение. Чак Хабегер. Это Чак Хабегер. Я проверил показания. Рекомендую заморозить проект Персей до выяснения причин синхронизации. Общая картина та же, что и в прошлый раз. Однако последствия теперь могут быть гораздо серьезнее. Следующее сообщение. Чак Хабегер. Я получил твое сообщение. Ты забываешь, что в прошлый раз Феттл был еще ребенком. Тогда мы просто закрыли источник. Но сейчас нам противостоит опытный командир, которому безоговорочно подчиняются сотни солдат. Вместо того, чтобы трястись над графиком работ, подумай о последствиях возможного бунта. Следующее сообщение. Маршал Дислер. Привет, это Маршал. Я только что звонил Хабегеру по поводу Персея. То, что он говорит, действительно страшно. Пока есть хоть малейшая вероятность синхронизации, проект должен быть закрыт. В других обстоятельствах я бы посоветовал не пороть горячку, но здесь лучше перестраховаться. Перезвони. Сообщений больше нет. Так, окей, но вот этих тварей надо как-то умудриться убивать раньше, чем они до меня успевают добираться. Иначе мне точно мало не покажется. То, что у меня осталось последние две аптечки, две гранаты. И мало вероятность выживания. Его что-то убило. Что непонятно, где это, что тоже непонятно. Это значит, что это где-то рядом эти хитрые тихие твари. Все дороги, ведущие в центр. В район бедствия допускаются только спасатели. Точных сведений о происшедшем до сих пор нет, но официальные лица не исключают версию теракта. Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Спасибо, Фил. Нам стало известно, что около 17.00 в здании штаб-квартиры корпорации Armachan Technology ведущего подрядчика Минобороны прозвучали выстрелы.
Что было дальше, до сих пор неизвестно, однако возле здания были замечены военные вертолеты. Полиция рекомендует гражданам сохранять спокойствие и оставаться дома. Это был Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Только что поступило сообщение. Один из вице-президентов корпорации «Армахем» сегодня утром был похищен вооруженными людьми по пути на работу. Полиция отказывается давать какие-либо комментарии по этому поводу. Вон оно что. Так, ну нам определенно наверх, скорее всего. Надеюсь, я правильно взял дробовик. По крайней мере, этих тварей я смогу убить довольно быстро. А-а-а! Какого хрена? Так, ладно. Фигте. Воу, я не думал, что тут вторая будет такая же. Вот хрен себе, на тебе прям в морду, тварь. Так, 4 аптечки, ну это, ну, 5 аптечек. Это лучше, чем ничего. Дробовик я взял правильно. С дробовиком против этих тварей у меня больше шансов. Окей, грузится. Похоже, Икар прикрыли, чтобы освободить ресурсы для какого-то проекта Персей. Известно ли, что его финансировала армия? Сдается мне, Феттл и его солдаты именно оттуда. Ну, это, наверное, хорошо. Ну, или, наверное, плохо. Так, здесь ничего интересного нет. Так, там же кто-то есть. Не стреляйте. Я Нортон Мейпс. Я инженер. Ах ты ж мать. Штатский. Дай ему передачу. Толстячок. Алло? Ребята, вы кто? Свои. У тебя все в порядке? Ага, знаете, тут такое творилось. Ты инженер, так? Можешь устроить мне доступ в местную сеть? Я вам что, сисадмин? Вот что я скажу. Так. Что-то я не понял, у меня что, опять навернулся, что ли? Или все идет нормально? Что-то странное за фигня творится какая-то. Включите систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить ее дистанционно. Не сможешь. Она в отдельной сети. Вон там. А зачем тебе надо, чтобы мы отключили охрану? Затем. Вам нужна моя помощь. Цену я назвал. А я тут подожду. Вот он, засранец. Пока. Загрузка. Так, короче, идти он идет, но это извращение какое-то. По той причине, блин, что YouTube меня почему-то все время хочет сбросить к чертям. Почему, не знаю, но вот такая хрень творится. В общем, половину в итоге пропустили. Мы только что встретили вот этого чувака здесь. Я, скорее всего, выложу этот стрим в записи, попробую его склеить. Пока-пока. Пока, да. И в итоге уже его вам тогда полностью покажу. А сейчас пока буду проходить так, как буду. Ну, то есть, вот, что буду проходить, то и буду. Потому что, к сожалению, почему-то он не записывает полностью. Я не знаю, на каких основаниях. К сожалению, это очень жаль, но... Точнее, не транслирует. Записывает-то он у меня записывает. Но вам трансляция не видна.
очень хреново. Я думаю, вы и сами это понимаете. Ничего с этим сделать не могу, не знаю, что, по какой причине. Так и будешь здесь торчать? Окей. Но у меня сейчас тоже вот заработал, я его включил, хотя на 480, по-моему, у меня он сейчас включен в соседнем окошке. Нас, короче, чувак послал вырубить систему. Давайте даже, не знаю, там... Задание не помню, где смотреть. Поэтому задание, скорее всего, не посмотрю. В общем, мы должны вырубить чего-то. Чего уже не скажу. В любом случае, прошу простить за такую запись. Тем более, новую я, скорее всего, порежу более лаконично. Если у меня это получится. Эш, Браво 12, мы на месте. Вас понял. Проверка связи каждые 10 минут. Так точно, Браво 12, отбой. Ну да, я как бы 1080 стримлю, просто уже YouTube сам нарезает качество. Автоматически сразу. Блин, как бы мне ребят убрать таким образом, чтобы они меня при этом не убрали. Где там мой винторез? Отлично. Укрытие! Закройте огонь! Воу-воу-воу-воу-воу! Тише, ребятушки. Вроде бы больше нету. По крайней мере, пойти. Не, где-то еще есть. Нужна помощь! Было немножко сложнее, чем я думал. У меня даже появляется желание иной раз сменить сложность на более пониженную. Все-таки вначале было легко, сейчас уже потяжелее чутка. Но в целом играть можно. Так, отлично. Не зря я сюда пришел. Здесь куча оружия. Упс. Только не надо было менять на пистолеты. Пистолеты мне нафиг не сдались. Автопечка с броневой. Это мне надо. Так, активация. Что, что произошло? А, я открыл. Вон ворота. Окей. Мистер Мейпс, как слышно? Мистер Мейпс! Где этот идиот? Черт с ним, придется разбираться сами. Ладно, найди и перезагрузи сервер. Вот, надо перезагрузить был сервер, он сказал, что он поможет. Но, как вы видите, он только что, видимо, куда-то исчез. Куда именно он исчез, без понятия. Сервер, значит, нам придется перезагружать самим. Ну, а пока периодически жду ваших мыслей на тему того, что можно еще здесь интересного попробовать вытворить. Вон, ребята. Ждать здесь. Вон они. Твою мать! Следующий. Так, они сломали консоль, видимо. А нет, не они. Она была
задолго до них сломана. Ну, кого-то я там точно убил, сейчас там пыль рассеется, просто через нее стрелять не очень удобно, честно вам скажу. Нужна помощь! В целом это проходит чуть легче сейчас уже. Это Джим, мы на крыше, входим в здание. Понял, ждем вас в точке встреч. Серверная, по-моему, здесь вырубается. Да. Вижу, ты перезагрузил сервер. Молодец. Загрузка завершится примерно через минуту. Укрытие! Блин, обидно. Ну, хотя бы дробаш у него заберу. Так. Далековато, я вам скажу, я загрузился случайно. Я бы даже сказал, очень далековато. Ладно. Черт с ним, придется разбираться сами. Ладно, найди и перезагрузи сервер. Это хреново то, что я так далеко загрузился. Фиг с ним, попробую просто быстро опять пробежать. Зато здесь задержка 5 секунд. Это плюс. Это плюс, это плюс. Это большой плюс. Так, ну нам, по-моему, вот сюда, насколько я помню. Ведь пробуем этих ребят обхитрить. Они же меня будут ждать здесь. Я пройду вот сюда. Ну, как-то так. Я от одного плюху получил, так от другого. Тут без этого никак. Сейчас выходим. И кидаем гранату. Ну, если она кого-нибудь доубила. Оу. Это была слишком четко кинутая граната. Она убила прям фактически всех. Встречи. Ну, в любом случае. Вижу, ты перезагрузил сервер. Молодец. Загрузка завершится примерно через минуту. Так, минус ты. Мы потеряли двоих. И минус сейчас ты будешь. Ау. Ну, еще кто-нибудь? Нет, больше никого? Нету людей, которые хотят еще со мной поспорить насчет того, что я вас всех убью, сволочи. Оу. Зато Twitch меня поражает другим, а именно под фризами. Как говорится, не одно, так другое. Мейбс был прав, система охраны действительно в отдельной сети. Картинку с камеры я вижу, а войти в сеть не могу. Слайд-шоу. Не одно, так другое называется, блин. Так, ладно, пока попробую здесь что-нибудь сделать.
Что это за хрень вообще такая? Здесь дверей нету, отлично. Так. Ты приближаешься к месту последнего контакта с Дельтой. Возьми его под контроль и жди Джим. Место под контроль или Дельта под контроль? Видимо, там что-то плохое. Ты видел ее, правда? Я видел тебя. Она источник. Да ладно. Я только что засек сигнал Фэттела. Он где-то впереди. Будь осторожен. Да я вроде бы и так. Меня создали из нее. И она меня родила. Нас разделили, но мы едины. Так, ну хоть дали. Насытиться, скажем так. Что за... Здесь кто-то есть, и здесь никого нет. Какого хрена? Окей. Нафиг такие приколы, но какого фига ты здесь делаешь, Альма? Почему я не могу отключить этот... Да ладно, неважно. Так, ну я понимаю, от этих призраков, типа призраков, лучше отстреливаться. Она пленница. Она плавает во тьме, будто младенец в утробе. Скоро я найду ее и освобожу. Сигнал опять пропал, черт! А еще либо вы, ребят, не комментируете, либо просто я не вижу ваших комментариев. Но, скорее всего, первый вариант. Хотя... Воу. Что здесь, вашу мать, опять? Что скажешь, Джим? Здесь творилось нечто ужасное. Логично. А поподробнее? Я не вижу следов от пуль. Ни одной гильзы на полу. Ребята даже выстрелить не успели. От чего они погибли? Не знаю. Постарайся узнать. Ладно, пошли. Фэттл где-то близко. Даже не знаю, с чего начать. Ну ладно, пока попробуем найти Фэттла. Береги себя. Спасибо. Вы тоже себя берегите. Так, ну пока вроде бы все нормально. Обнаружены останки пропавшей разведгруппы. На месте обнаружения работает научный эксперт. Координатор ФИР зарегистрировал присутствие Фэттла в районе операции, а сотрудникам Армахема ничего не известно. Задача перехватить Фэттла. Ну, пока в целом все логично. Так. Эпизод 5. Опять эти... Воу! Какого? Куда эта тварь ускакала? Окей. Кио. Не будем. Заложник захвачен. Начинаем допрос. Проследите, чтобы он дожил до прибытия командира. Так точно. Оу. Там не один, там их двое. Ух, блин! У нас потери! Вижу! Выстрела! Он на потолке! Проверить! Отряд, укрытие! Граната!
суда, насколько я понимаю, они не заберутся. Собрать у людей нужное мне оружие. После чего, в принципе, ретироваться отсюда к чертям. Так, ну то, что я за этим последовал, это как раз, наверное, спасло мне в некотором случае жизнь. И дало возможность обойти противника. Это определенно плюс, нежели минус. Стоп. Дробовик мне нужен, патроны к нему. И гранаты тоже нужны. Пистолет мне нафиг не сдался. Халявная в некотором роде аптечка. Хватит! О, пошли! Успокойся, чувак. Так, здесь ничего интересного. Вроде бы, да. Тут тоже. Тут автомат. Тут тоже ничего интересного. И там тоже. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Маршал Дислер. Привет, это маршал. Вы были правы. Энергетические следы действительно идентичны. Этому нет никаких разумных объяснений. Но думаю, вы будете рады узнать, что ваша гипотеза подтвердилась. До свидания. Сообщений больше нет. Так, сохранение. Блин, здесь будет сложно немножко пробиться. Ну где ты, зараза? Сразу бы вышел, было бы проще. Там тебе еще искать пришлось. Так, отлично. Думаю, будет сложнее. Спасите! Да? Слава богу! Вы можете снять с меня эти бомбы? Не думаю. Блеск опять штатский. Мама, кошка, мы нашли заложника. Он заминирован. Вас понял. Посылаю специалистов. Давай его сюда. Ну? Алло? Здравствуйте, вы из спецназа, да? Да-да, только спокойнее, мистер... Бишоп. Алдос Бишоп. Специалисты вышли. Так, тут неподалеку были лифты. Возьми их под контроль и проводи специалистов к Бишопу. Ну окей, пойдем обратно к спецам. Старика не будет. То, что я не сменил название, это не значит, что он... должен быть. Так, здесь еще аптечка лежит. Кнопки сохранения опять. Так. В всяком случае, сохранить еще сам.
Старик по вечерам я в любом случае не стримлю. И не буду стримить. Кто там влез в охранную систему? Похоже, они решили поймать тебя в ловушку. Хрена лифтов. А ты-то здесь откуда, тварь большерогая? Уж кого-кого? Воу-воу-воу, ты потише. Тебя я здесь не ожидал увидеть. Так, надо взять эту аптечку. Не стрелять! Эй, привет, рад тебя видеть. Окей, супер. Я вас тоже, ребят, рад видеть. Эту дверь можно открыть? Увы, нет. Значит, подойдем к проблеме творчески. Ты один? Как тебе удалось так долго продержаться? Как всегда, блин. Отойди. Отхожу. Путь открыт. Удивительно. Итак, пройдем к заложнику. Надеюсь, что он еще живой. Эх, надо было сегодня больничный взять. Да, я бы тебе посоветовал бы его взять. Какого? Вы сапер? Угу. Не волнуйтесь, все будет окей. Пожалуйста, снимите эту дрянь. Да, эту штуку явно ставил профи. Это вы так меня успокаиваете? Ставил-то профи, но я-то мастер. Пожарная тревога? Да, сработал на посту охраны этого этажа. Пока ты ее не отключишь, лифты не заработают. Так, узнать причину пожарной охраны. Эта дверь была открыта. Закрыто, значит, нам, скорее всего, сюда. У вас есть предположение, почему в заложники взяли именно вас? Они спрашивали про Харлана Вейда, а я работал в одном отделе с его дочерью Элис. Что за отдел? Лаборатория в Оберне. Мы провели там почти 25 лет, а цели работ нам не сообщали. Где сейчас Элис? Его кабинет в административном корпусе на 6-м этаже. Значит, нам, наверное, на 6-й этаж надо примерно. Так, в любом случае, я не зря пошел и забрал себе ХП. Ибо оно мне будет полезно. Так, здесь я точно еще не был. О, и здесь новое сообщение. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Элис Вейд. Привет, Алдус. Это Элис Вейд. Я отправила тебе подборку газетных статей про Оберн за последние 25 лет. Все, что говорила та старуха, подтвердилось. Тысячи людей испытывали проблемы со здоровьем именно после того, как побывали в этом районе. Но если там действительно какое-то загрязнение, то почему ни в почве, ни в воде не нашли никаких следов? Ерунда какая-то. Ладно, поговорим потом. Сообщений больше нет. Странно, конечно, с этой точки зрения. Так, это... Да, это именно там, где они меня пытались сверху убить. Что-то здесь многовато крови. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Маршал Дислер. Персея ЧП. Я слышал выстрелы. Система наблюдения сдохла, так что подробностей не знаю. Срочно высылайте бойцов и оцепляйте комплекс. Будут новости, перезвоню. Сообщений больше нет. Я знаю. Твою мать. Воу-воу-воу. Отлично. Лифты работают, но теперь заблокированы все двери. Тебе придется искать другой путь на крышу.
Да вы издеваетесь. Конечно, провожу. И вот так всегда. Че с лифтом опять? Видимо, я как-то не там высадился. Беттерс, я тут узнала много нового. Ну? Надо сделать еще пару анализов. Ладно, возвращайся на крышу, только тихо. Возможно, я не смогу забрать тебя сразу. Ясно. Так. Нас учат тому, видимо, что мы можем передвигаться по самым краям. И это полезно, скажу я вам. Воу-воу-воу. Сколько там трупов? Это, видимо, здесь только что мой лифт был, да? Не очень-то лицеприятно. Данные загружаются. Окей. Так, я был прав. Целью Персея была подготовка телепатов для управления солдатами-клонами. Феттл был единственным, с кем они работали. Однако его везде называют второй прототип. Странно. Ненавижу высоту. Ненавижу. Просто могу пройти здесь. Я, скорее всего, и буду идти тут. Пробуем ваншотить. По крайней мере, по возможности. Вижу цель! Гранату ложить! По крайней мере, стараться. Ух. Так, от кого-то там вообще кишки остались. Ну и хорошо. Нам же лучше. Так, гранаты заодно подобрали. Что-то мало нам их дали, ну да ладно. Хороший автомат. Очень удобный для решения таких проблем. Так, лучше мне сейчас... Поаккуратнее проходить, потому что я помню, что там будет, по-моему, снизу два джаггернаута. А это, вы сами понимаете, не очень-то лицеприятно. Ну да, что-то я помню еще. Хотя, может, я ошибаюсь, и джаггернаутов не будет. Но с броней мне лучше поэкономнее быть. Пожарные спасатели разводят руками. Надеюсь, Янковский просто получил по голове какой-нибудь балкой и бродит в порту с отшибленной памятью. Я тоже на это... Надеюсь. Контакт! Ну, эти готовы. Так, пройти сбоку от меня они не могут. Значит, надо постараться сделать так, чтобы они прошли как-то по-другому. Ну, или просто обойти их аккуратненько. Что у вас? Ничего.
так. Для начала вполне неплохо. Вижу цель! Ну или плохо. Вполне. Так, тут броня лежала. Надо ее все-таки взять. Так, 168 патронов. Не так много, но и не так мало. Вот, твари. Быстро убегают. А, иногда тупят с размещением себя же. Так, мне надо попробовать взять вот эту хрень. Как бы мне ее... Хотя там можно будет сверху еще зайти, я думаю. И можно даже, скорее всего, отсюда. Мы на крыше. Окей. Как вы там, мистер Бишоп? Хочу поскорее выбраться отсюда. Хотя нет. Потерпите немного. Видимо, не отсюда. Но ребята уже на крыше. Это хорошо. Так. Мне нужно по максимуму сделать все улучшения, которые возможны. Для этого мне нужно побегать по определенным местам, например, вот этому. И собрать все, что только можно. Так. Улучшения берутся вот здесь. Отлично. И так, готово. Супер. Пока все отлично. Хотя я догадываюсь, что на ужастик это вроде как и не особо тянет. Но раньше это было страшно местами. Так. Запрыгивай ты уже. График не знаю, Элкин. Фиг его знает, какая она. Ну, а старая довольно-таки. 2005 год все-таки. Ладно, оперативный сотрудник Фира освободил заложника по имени Алдус Бишоп. Со слов освобожденного стало известно, что противник интересуется Харланом Вейдом, одним из ведущих ученых Хармахема, и местонахождение Вейда неизвестно, однако Бишоп сообщил, что знаком с его дочерью Элис, судя по всему, она также представляет интерес для противника, возможно, ее уже взяли в плен. Дугласу Холлидаю из отряда Дельта поручено сопроводить Бишопа на крышу для эвакуации. Научный эксперт продолжает работать на месте гибели разведгруппы, обнаруженные следы массовой казни сотрудников Армахема. Задача встретить Холлида на вертолетной площадке, расположенной на крыше здания. Фиг его знает, что с Ютубом случилось, честно. Очень-очень как-то печально все это с Ютубом. Насчет потери кадров, вот специально даже сейчас погляжу. Вроде бы у меня их нету. Да, ноль дропов, так что потерь кадров нету. Вот трансляция подвисает из-за самого Твича. Я не знаю, в связи с чем это связано, но... Вижу вертолет. Доложите обстановку. Нифига себе, прострел он там делает. Эй, ты! Ага! Кто кого называется, блин. На Ютубе разве пишет еще? Так. Не в какой я лиге в старике? У вас потери! Но это удивительно, не правда ли, да, чувак? А?
Попали. Всем в укрытие! Он положил весь отряд. Это хорошо, наверное. Так, отлично. Кое-как мы это сделали. Но что-то я смотрю, для моего основного оружия, которым я обычно пользовался, патронов не поставляется. Какие красавцы. Сколько здесь? Трое было. Молодцы. О, он сзади ко мне в тыл решил зайти. Зря. Твою мать! Вообще, молодцы ребята. Взяли, все в одном месте скопились. Красиво. Все возможно как-нибудь. Когда-нибудь, зачем-нибудь. Вот я так и знал, что здесь есть что-то полезное. Так, на всякий случай сохранюсь. Бывает у меня. Поступили новые сведения об инциденте в штаб-квартире Армахема. Представитель компании подтвердил, что на момент стрельбы в здании находилось множество сотрудников. Об их судьбе по-прежнему ничего не известно. Корпорация Armachem Technology, основанная в 1964 году, является одним из ведущих подрядчиков Минобороны. Ее годовой доход составляет около 8 миллиардов долларов, а штат сотрудников достигает 60 тысяч. Основные направления деятельности – спутниковые технологии, наземные коммуникации и перспективные системы вооружения. Почему-то мне кажется, что Элкина здесь больше нету. Черт, они уехали только что на лифте. Хреново. Ладно, похилимся, пока есть такая возможность. Мы под обстрелом. Вытащите нас отсюда. Что происходит? Бишоп убит. Повторяю, Бишоп убит. Он здесь. Воу-воу-воу. Ребята, это вы там... Это была охрана Армахема. Уверен? Рехнулись они, что ли? По-моему, они хотят заткнуть ему рот, он слишком много знает. Надеюсь, ты ошибаешься. Посмотрим. Так, пока вроде нормально более-менее иду. Хотя и присутствуют некоторые проблемы. Блин, да откуда вы меня все время видите, засранцы? Все. Он здесь. Воу-воу-воу-воу-воу. Да как ты уже тут-то, ё-моё? Мать ваша. Ты ещё там? Чё-то они быстро слишком перемещаются, на мой взгляд. Слишком быстро. Потому что вроде я их только что тут видел, и тут же они уже в другом месте. Ладно, пофиг. Сохранение всё равно рядом было. Мы под обстрелом. Вытащите нас отсюда. Что происходит? Бишоп убит. Повторяю, Бишоп убит. Вау! Я не ожидал, что там пусто. Так, лечиться, взять и пойти с нормальной пушкой туда. Мы под обстрелом. Вытащите нас отсюда. Что происходит?
Давайте следующий где? Да не там. Уверен? Абсолютно. Случайно? Аккуратнее себя вести. А то мне уже помирать, честно говоря, надоело. Самри, чувак. Уже лучше. Ложись! Ну или я думал, что лучше. Фонарь! То откуда, вашу ж мать, вас там столько? Так, чего? Насчет, ребят, комментариев, я их в данный момент, в такие моменты перестрелок, не всегда могу читать по определенным сюда причинам. Так, в чем может быть проблема? Так, не знаю, сложно сказать, разные на то могут быть причины. Укрытие! Очень разные. На помощь! Так, ну пока я вроде жив. Пусть и коцан довольно сильно. Так. Здесь я вроде в тот раз всех перестрелял, да? И вроде даже больше, чем нужно. Так, здесь больше ни черта нету. Отлично. Оу, нет, здесь есть броня. И граната. Которую я не трачу, а зря. В общем, насчет видео не знаю. Причины могут быть совершенно разные. У каждого человека в зависимости от настроек. Можно поковыряться в настройках, посмотреть, может это там проблема, может это проблема с самим компьютером, иногда из-за него какие-то неприятности бывают при записи рендера и так далее. Вот, ну, сложно сказать. В любом случае, как-то так. То есть, влияют либо руки человека, который делает, либо какие-то непонятные проблемы с самим компьютером. Возможно, у меня немного некорректные настройки для Твича, либо Твич у меня просто тормозит сам по себе. Хотя на Ютубе, например... Ложись! Так вот, хотя на Ютубе, например, такого у меня... Черт, твой сигнал пропадает! Ясен хрен, я упал, блин, в самый низ. С чего бы это ему вдруг не пропадать? Где я вообще? С такой, блин, высоты упасть, и главное, твой сигнал пропадает. Удивительно, не правда ли? И чё это он про... Почему-то я так и думал, что там все к чертям взорвется. Потому что этот газ навевал определенные мысли.
проходу, туда мне опять же не пройти. Зато я могу вот сюда пройти. Окей. Оу, все опять. Тормозит. Там вроде ничего нету. Точнее, там что-то есть, но не... Мать твою, зараза. Но не то, что нам надо. Опять сохранение. Так, здесь вроде ничего. Роняю тут на нас гаечные ключи всякие. Так. Пока все окей. Было. Минуту назад. Ага. Походу я все время бреду в правильном направлении, прям таки сразу. Это не есть прям таки хорошо. По той причине, что... Оу. Если я бреду в правильном... Я горю. Так, а как мне эту фигню отрубить? Наверное, никак, и скорее всего мне придется пройти мимо. Круто. Что-то ходит по вентиляционной шахте, да такое что-то, что мне мало не покажется. Ладно, отрубаем газ к чертям. Полезем-ка в вентиляцию. Какая еще шутка? Какая еще школа? Там я, походу, уже был. Окей. Вот насчет школы не понял, честно говоря. Хотя, может, что-то... А, нет, школы еще не было. Какого? Тем более, это как бы первая часть, я не помню, здесь школа вообще есть. Тут же, по-моему, только Армахем, вроде бы. Хотя я могу ошибаться, уже не помню ни черта про эту игру. Так, это лифт, насколько я память не изменяет. Пробуем пойти наверх. Ага. Там, в принципе, можно пробраться и пройти. Давайте попробуем. Нет? А я думал, что таки можно. Ой. Как интересно, я застрял. Вот. Я еще сижу, думаю, что-то не то. Так, ящики, видимо, не разбиваются. Здесь, видимо, ни черта нету. Видимо, невидимо. Хотя почему-то мне кажется, что разбить можно. Ладно, неважно. Можно наполнить водой и пройти в ту сторону. Благо, воздух у нас бесконечный. Так, нажимать нельзя. Здесь что-то мигает. Хочу мигающую хрень. Ага, теперь она не мигает, теперь она зеленый. Круто.
А чем блокирует дверь с двух сторон, плюс еще вешает на нее замок? Непонятно. Хотя вообще, вот, при хорошем усилии, можно было бы спокойно ее раздолбать к чертям. Ну, то есть, все вот эти бочки, которые там... Проверить! Противник! Как я тебя ненавижу, тварь. Ты б только знал. Хотя вы, ребята, я думаю, знаете, как я ненавижу эту гадину. Потому что с ней очень сложно бороться. Установлена связь с пропавшим сотрудником. Координатор ФИР выяснил, что Пакстон Феттл находится на другой стороне научного сектора, пересечь научный сектор и перехватить Феттла. Вот такие наши ближайшие задачи. Сукин ты, сын, а я уж думал, ты мертв. Пока тебя не было, я отследил Феттла. Все это время он был на другой стороне научного сектора. Чтобы догнать его, тебе придется поспешить. Хрен тебе, не дождешься, чтобы я сдох. Нортон Мэйдж пропал где-то здесь. Нас от площадного лифта не он далеко не уйдет. Вас понял. Возьмите его живым и невредимым, он знает саркофаг. Попробуем их убить аккуратно. Разведать! Отряд электричества! Я сказал, попробуем. Не сказал, что я это сделаю. Но убил довольно быстро, и то хорошо. Пошел ты. Так. Что у нас здесь есть интересного? Еще одна аптечка. Лечимся. Берем броня. Гранаты. Отлично. Все. До второй части, собственно говоря, мне еще очень-очень-очень-очень-очень-очень далеко. Потому что есть еще два дополнения. Я пытался связаться с президентом Армахема, госпожой Женевьевой Аристид. Ее нигде нет. Мне точно известно, что на момент захвата ее в штаб-квартире не было. Видимо, у нее есть причины скрываться. А так как есть еще два дополнения, мне сначала придется пройти их, и только потом пройти вторую часть. А во второй части есть тоже одно дополнение, и только после этого мне придется пройти третью часть. Хотя и вторую, и третью, и дополнение ко второй части я так и не проходил. Поэтому там для меня будет совсем новая игра. И это, наверное, хорошо. Эй, кто? А, это ты. Я уж думал, я труп. Сейчас будешь. Я вижу, вы еще живы. Не вашими заботами. Человек как-то... Что вы здесь делаете? А куда мне деваться? Лифты не работают, кругом солдаты. Вы бы это, нашли пост охраны и отключили блокировку. Надеюсь, на этот раз вы не исчезнете? Даю слово. Почему мне кажется, что он дает слово, но все равно его не сдержит? Зачем мне вообще сюда надо? Или вот эти... А, это лифт. Он потом, по-моему, опустится. Хотя я могу ошибаться. Так, сохранение. Так. Надо... следовать, в принципе, здесь все по-аккуратному, по-быстрому. Так, ну, по-моему, туда. Ну, можно еще вот сюда зайти. Воу. Чувак, ты вообще как оттуда... Ты как оттуда выполз? Одно новое сообщение. Первое сообщение. Внешний вызов. Джейсон, это я. Тут в новостях сказали. Что случилось? Я тут с ума схожу. Пожалуйста, перезвони и скажи, что все хорошо. Сообщений больше нет. Я бы не сказал, что все хорошо. И, видимо, там Джейсон и лежал. И, видимо, он пытался перезвонить. И, видимо, сказать, что все плохо. Отряд со мной! Ох ты, сколько их там было-то. Раз, два, три. Контакт!
Фух. Ну это было весело. Я почти не покоцали. Где-то была такая же дверь закрытая, за которой находилась полезная фичка. Фичка. Так, видимо, не здесь. Оу. А, что это? Ракетная установка? Может, возьму и себе? Авось пригодится. Да, возьму. 15 патронов немного, но... Мало ли. Будет приятно ее использовать. Против Джиггернаута, например. Так, пока здесь аптечка есть. И проследуем туда. Потому что там я не все еще изучил. Хотя дробовик, кстати, стал довольно удобным оружием, насколько я знаю. Точнее, насколько я даже заметил. Попробуем побыстрее бегать. Чтобы вам не особо наскучили эти места. Так. Чего там вот что-то лежит? Ну, это аптечка. Которых у меня дофига и больше. Если что, здесь 3 аптечки. Окей. Надо будет потом это осмотреть. Так, а здесь больше нет ничего? Да, там больше ничего нету. Тогда я зря уходил в эту сторону. Да, ну, конечно, застревающие в текстурах вещи, типа дробовиков и прочего подобного, это нечто. Ну, тут уж ничего не попишешь. Как говорится. Что делать? Движок-то довольно старый. Сюда! Твою мать! Рад за тебя, что ты меня видишь, я тебя тоже видел. Поэтому предупредительным выстрелом стрельнул по тебе. Так, пока ничего интересного. Ищем дальше. Воу-воу-воу. Укрытие! Так. Оу. Ответьте! А смысл в клане мне быть? Ну вылазь давай, ё-моё. Я под обстрелом! Куда мне идти? Короче, ё-моё. Он отходит с фланга! Опять там? Каких-нибудь веселых шутерах, я не знаю, там еще каких-нибудь веселых вещах, но в Старкрафте, в кланы, по мне, являются относительно бессмысленным занятием. Одно новое сообщение. Хотя, может, я ошибаюсь. Первое сообщение. Женевьева арестит. Джон, это Женевьева. Сенатор не справился. Его спецназ оказался бессилен. Готовимся к худшему. Прикажи охране перекрыть все входы и выходы. Нам нужно время, чтобы замести следы. Сообщений больше нет. Так. Ну, в любом случае, дверь я вроде бы открыл. А толстячку сразу приспичил сбежать. Засранец. Как я его ненавижу, а? Так, тут мины. О, не зря я сюда пошел. Так и думал, что здесь будет открыто. Ну, кстати, заодно плюс то, что я здесь... По сути... Тебя я не ожидал здесь увидеть, чувак. По сути, разыскиваю почти большую часть всех. Сайонара, урод! Сука. Он хотя бы предсказал.
Ой, я был прав, он откроет нам проход таким образом. Вот, но я хоть нахожу большую часть нычек, и то хорошо. Но мне на крышу, поэтому фиг с этим уродом. Стоп. А, ну да. Ну или не на крышу. Так. Инженер Армахэма Нортон Мейплс в очередной раз сорвал попытку своей эвакуации. Местонахождение Фэтла остается прежним. Любой ценой добраться до Фэтла, пока он не сменил местонахождение. Ну, пока все то же самое. Собственно, уже почти подошли к концу сегодняшней записи. Я думаю, что это уже близко, потому что уши начинают потихоньку болеть, а это значит, что я уже записываю довольно долгое время. Так. Почему я этого не могу пройти? Ладно, неважно. О, чудесно! Снова ты! Видишь кнопочку? Угадай, что она делает. Ой-я! Урод, а! Жирный засранец. Ненавижу его. Блин, он что, мне все турели, что ли, включил здесь по радиусу? Хотя зато плюс, я могу пройти здесь. Да, контрольную точку, конечно, хорошо придумали. Я, конечно, ничего не имею против этого чувака, но, блин, он скотина. Так, и сейчас примерно 15 минут второго ночи. О, гранатки. Только мне почему-то ни разу не получилось их использовать. Ну ладно, ничего страшного. Сектор идеи использует меры автоматической защиты. Неопознанные нарушители ликвидируются на месте. Круто. Да ладно, она еще жива? Как так-то? Вообще, мне надо было, наверное, вот сюда вот рвануть и отсюда ее расстреливать. Ладно, пофиг. Единственный плюс, если я правильно помню, то эта хрень должна еще помимо меня расстреливать и всех остальных. Замечательно. Где у меня мины? А-ля липучки. Воу-воу-воу. Блин. Ну и как мне сквозь нее пройти? Детка, тихо. Отлично. Так. А насчет турниров и всего прочего, кстати, я их, в принципе, сам тоже провожу, так что тут нет ничего удивительного, наверное. Да твою мать.
Да как, ё-моё? Готово. Сукин сын, но он меня там получит за то, что он сделал. Такого геморроя, конечно, давно не видел. Так. Это еще где? Все равно где-то рядом. Вот он. Ха. Какая-то странная фигня. Ну ладно. Будем считать, что там ничего не было. Так. Да вы прикалываетесь. Да вы совсем прикалываетесь. Воу-воу-воу-воу-воу. Это прям совсем плохо. Эй, какого хрена так далеко? Ладно. Я думаю, друзья мои, я на этом закончу. Скорее всего. В секторе действуют меры автоматической защиты. Неопознанные нарушители ликвидируются на месте. И это будет на данный момент финальной точкой. В принципе, я... продолжу с того же самого момента, где меня вот только что убили, то есть у последней той турели, после вот этого толстячка. Ну, а сейчас могу, ребят, сказать лишь большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось, всем спасибо, всем пока.